Согласно сводкам дорожно-транспортных происшествий за 5 месяцев 2023 года на территории Вологодской области в автомобильных авариях погибло 43 человека. ДТП происходили по самым разным причинам. Пугающая цифра могла быть меньше, если бы водители и пассажиры не забывали пристегнуться. Это действительно актуальная проблема, как и для России, нашей страны в целом, так и для нашего региона. Об этом говорят и тоже цифры с дорожных сводок. Так, за 5 месяцев 50 практически процентов погибших водителей и пассажиров на легковом транспорте, к сожалению, были не пристегнуты ремнями безопасности. При этом, что касается пассажиров, которые у нас перемещаются на задних сиденьях транспортных средств, здесь еще выше цифра, и практически 80% тех, кто погибли, пассажиры, были не пристегнуты ремнями безопасности. Именно поэтому вопросу пристегивания водителей и пассажиров ремнями безопасности уделяется повышенное внимание. Управление госавтоинспекции Вологодской области в настоящее время проводит акцию «Ремень безопасности», в которой информировать население дорожным полицейским помогают известные личности и персонажи. Одним из первых к акции присоединился сам Дед Мороз. Зимний волшебник сам неукоснительно соблюдает правила дорожного движения и хочет, чтобы о них не забывали его любимые внуки, дети и их родители всей России. «Отправляясь в дорогу, дальнюю, аль близкую, позаботьтесь о безопасности всех членов семьи. Когда вы садитесь в машину, нужно пристегнуться самим и проследить, чтобы все остальные тоже пристегнулись. А самых маленьких нужно правильно устроить в детском автокресле или на специальном сиденье и обязательно пристегнуть ремнями безопасности». Каждый уважающий себя водитель должен не только думать о собственной безопасности, но и следить, чтобы пассажиры также были зафиксированы в своих креслах. Это обязанность каждого законопослушного и разумного человека. Первое, что я делаю, когда сажусь за руль, я пристегиваю ремень безопасности. И прошу пристегнуть ремни всех, кто находится в моем автомобиле. Потому что это самое главное, когда мы находимся на дороге, когда мы едем в автомобиле, все мои пассажиры и я должны находиться в полной безопасности и пристегнуть ремень. Хорошей и безопасной всем вам дороги. Сделав простое движение и пристегнув ремнем себя и, самое главное, ребенка, вы повышаете шансы сохранить жизнь и здоровье. И делать это нужно не только при приближении к посту ГИБДД, боясь получить штраф, а при каждой поездке. Сотрудники госавтоинспекции не устанут напоминать участникам дорожного движения соблюдение этого, пожалуй, самого главного правила. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».